Full HD все. Ребят, всем привет. С вами, как всегда, я, диджей Борискин. Сегодня мы, короче, решили чуть-чуть покушать, я не знаю, это после обеда, не до ужина еще, короче, такое время, полдник. Ну, уже вечереет. А мы тут решили что-то заказать. У меня Наташа меню смотрит. Мне, честно, вот, что она закажет, то и я буду есть. А мне все равно. Вообще, ребят, на Мальдивах так кайфово, вы бы знали. Это вот беззаботность. Поел, поспал, помылся. С женой побыл. И вот так нифигово, ребят. Вообще кайфово. Короче, с 6 по 13. 12 прилетаю и поедем красавку катать. Какую-нибудь кавышку закачим. Что там из... Я а что там есть? Посмотри, пожалуйста. Да я возьму что-то, я снимаю, я видео делаю. Я вообще хочу стрим запустить. Там, оказывается, второй телефон стрим мой может запускать. У меня хоть и монетизации нет, но мне YouTube, по-моему, уже открыл эту возможность стримы с телефона запускать. YouTube знает, что я хорошо стримы снимаю. Пацаны, всем классного настроения, хорошего отдыха. Дай бог, чтобы каждый из вас поехал отдыхать вообще. Я буду счастлив. Вы не представляете, какая тут вода теплая. Посмотрите, какая красота. Я сегодня снимал, как мы купались. А что там есть, кроме того? Я буду аперитив. Вот и мне аперитив чинзан тоже хороший. Колу я и так каждый раз пью. Не хочу ли я колу купить? Я ну что, приехал колу что ли пить? И так я ее что-то попил. Ребят, всем привет, привет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь, друзья, этим видео. Это все помогает продвигать мой канал. Я надеюсь, я сделаю для вас крутые стримы по красавку, по GTA-шке, по самому, короче, вот. Надеюсь, сделаем шикарный с вами канал и вместе будем тусить там все. Вот эта тема будет, ребят. Ну и для меня тоже будет плюс, что я включу монетизацию, ребят. Очень хочу, честно. Вот. С вами я, диджей Борискин. Нет, я не прощаюсь. Пока телефон не сядет, будем снимать. Пока память не кончится, будем снимать. Hello. How are you? I'm fine. Давай, давай. Water good, group. Салат кобо. Drink good. Можно Давай, давай, закажи. Друг, я немножко. Вот. Класс. Хорошо, хорошо, заказывай. Я тебе не буду. В этой воде это просто божественная вода, вообще она прозрачная, ребят, она теплая и климат такой шикарный, вообще свежий ветерок, ветер теплый, ребят, он не холодный, он теплый, и ты реально тут кайфуешь, пацаны, это вообще круто, нафиг, отвечаю, ребят, дай бог каждому из вас отдыхать вот так шикарно. Ребят, я чуть этот мазал. Я вообще выпиваю очень редко, когда на Мальдивы раз уж езжу, туда и выпиваю, поэтому мне сегодня не можно. Вот. А вас, ребята, от души, вообще, честно, от души хочу порадоваться за каждого из вас, если вы сможете тоже поехать хотя бы куда-то отдыхать.
стараюсь, ребят. Она, правда, там подломана чуть-чуть, но ничего. Тут ветер меня немножко теплый задувает. Всего три коктейля, я не знаю, что там было, алкоголь, водка, не водка, но меня вообще убило просто. Давай эту песню поснимаем. Слушай, я подумал, может, не надо песню исполнять, а то я петь-то не умею реально. Ну я чуть-чуть начал. Смотри, какое видео красивое получается. Мне самому нравится. Я тут такой побритый. Побритый, помытый вообще хорошо. Я тоже какой. Ты забирал? Ну и все, сейчас привезу. Ребят, если бы вы знали, тут по-русски говорит только одна женщина, администратор, короче. И все, никто не говорит по-русски. Тут с горем пополам 2-3 слова я знаю по-английски, больше нифига по-английски не знаю. Как меня зовут, знаю там, рад познакомиться, там, как тебя зовут, все. Как дела, и на этом точка. Ну, могу сказать, там, one cola, one beer, там, еще что-то, и не более того. Ну, этого хватает. Если так, не все. Знаешь, я видел подставки, которые что-то подставки. Вот так? Со стола. Давай вот эти коктейльчики, если тебе нужны, конечно. Ребят, лайки заряжаем на канал, подписываемся. Пацаны, мне уже чуть-чуть осталось до 1000. Вы знаете, я упертый, я дойду до 1000 подписчиков по-любой. Самое главное, чтобы вы были со мной. Особенно те, кто меня поддерживает, огромное спасибо. Я знаю, что некоторые пацаны уже там с 2-3 аккаунтов подписались. Ребят, если каждый из вас попросит своего друга по разу подписаться, будет вообще тема. Ну, я этот снимаю видео. Я чуть-чуть аккуратно снимаю эту команду. Ладно, все. Че, ребят, на паузу чуть. Короче, друзья, мы сейчас немножко отдохнем, покушаем. Всем пока, с вами, как всегда, я, Диджей Борис. Ну, давайте, ребят, удачи. Подписывайтесь на канал, самое главное. Еще будут новые крутые видео. И все такое.